мы выбираем GPS-трекер для контроля легкового автомобиля. Первое. Это штатный GPS-трекер, который подключает к питанию автомобиля. Какие его плюсы? Он используется для собственного транспорта, для транспорта предприятия. Данный вид подключения, он надежен, его можно использовать скрыто, о том, чтобы водитель не знал. Он не находится ни на виду. Поэтому в этом это самый надежный принцип подключения GPS-трекера. Следующий вариант подключения – это через прикуриватель. В основном он используется для тех автомобилей, которые в аренде, где владельцы собственного транспорта против вмешательства электрика автомобиля и не хотят, чтобы их контролировали в нерабочее время. Поэтому они в конце работы вынимают данный GPS-трекер, и собственник там предприятия уже не видит, где они ездят. Третий вид подключения – это через ОБД-разъем. Преимущество данного GPS-трекера о том, что помимо функции GPS-трекера, он еще имеет функцию аналитики. Он сможет снимать дополнительные данные с автомобиля. Это обороты двигателя, это скорость, это расход. И, в общем, там есть в зависимости от модели 5 или 6 дополнительных параметров, которые он может снимать. Основным минусом данного устройства является то, что он практически в два раза дороже, чем эти. В следующих видео мы поговорим, как выбрать GPS-трекер для грузового автомобиля для контроля топлива. Смотрите наше следующее видео, а на сегодня пока.